сворачивать. У нас что, в коридоре проложили шоссе? Что? Откуда здесь тогда пробки? Это очередь в ванную. Там что, дают концерт BTS? Большой тройной сэндвич. Насколько мне известно, нет. Для чего такой ажиотаж? Ванна – это не самое популярное место в нашем доме. А кто-то тут явно первый раз. Вот не надо. Что такое вода, я знаю. Вода и газировка – это разные вещи. И долго вы тут стоите? Я уже забыл, зачем мне туда. А мне начинает казаться, что быть скунсом не так уж и плохо. Если ты всем раздашь противогазы, то все, наверное, с тобой согласятся. Эй, подводная лодка, всплывай уже! Тут и другим надо занырнуть. Бросай меня! Да я пытаюсь! Этот вещевой капкан против! Что вы тут забыли? Свободу! Отстаньте от моих вещей! Ты это им скажи! Устроили тут цирк с конями! А там еще и кони! Куда? Видимо, куда и ты. Отсюда в любое направление. Что стало последней каплей? Все, начиная от вечной вони зелий черновой, заканчивая тем, что Даня перепутал наши вещи и надел мое платье, которое ему идет больше, чем мне. Под лицо все к лицу! Ты что, еще и мою косметику трогал? Друзья, пишите в комментариях одного из наших ребят, с кем бы вы хотели встретиться. И ставь лайк, чтобы это произошло. И подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Я уже и забыл, как звучит мой собственный голос в голове, потому что его заменило ворчание Юли. Да и по идее соскучился, но два прожорливых пылесоса не дают нам никак встретиться. Я сладкий на я возьму твою кофточку и туфли. А еще ты красиво платьишко мыла. Рози, ты где? Снова играешь? Да сколько можно? Лучше бы книжку почитал. Я тебе столько энциклопедий подарила. Надо бежать. Ага, бежать надо. Никогда не думала, что это место будет вызывать у меня улыбку. Обычно оно как раз...